Греция является одним из самых популярных туристических направлений в мире. Средиземноморский климат, богатая история и кристально чистая вода ежегодно привлекают множество отдыхающих. Главной причиной выбора отдыха в Греции являются невероятно красивые и захватывающие дух пляжи. В этом видео мы расскажем только о 8 самых красивых пляжах Греции. Пляж Цамвика на острове Родос. Золотой песчаный пляж очень популярен на Родосе. Вода здесь очень чистая. Поскольку пляж почти бесконечно плоский, он особенно популярен среди отдыхающих семей с маленькими детьми. И если уже мы заговорили о Родосе, мне бы хотелось упомянуть еще один песчаный пляж, который почему-то не вошел в топы. Это пляж Агати. Мне лично он понравился даже больше, чем более известный Цамвика. Пляж Агати относится к одному из самых красивых на острове. Мелкий, мягкий, золотой песок не только в районе пляжа, но и далеко в море. Вода здесь нагревается очень быстро, так как залив очень спокойный и к тому же не глубокий, поэтому он также оптимально подходит для отдыха с детьми. Бухта Энтониквина на острове Родос. На северо-восточном побережье Родоса находится настоящая жемчужина. Залив Энтониквина удивляет своей кристально чистой водой. Подводной гладью можно найти множество разнообразных камней, так что бухта оптимально подходит для снорклинга. А поскольку это единственное место на Родосе, где не разрешена рыбалка, то и понаблюдать здесь удастся за многочисленными красивыми рыбками. Пляж Симос на острове Элафонисос. На юге Пелопоннеса спрятался маленький остров площадью во всего 19 квадратных километров – Элафонисос. Здесь находится экзотический пляж Симос – один из самых красивых пляжей Средиземноморья. Это две великолепные бухты с мелким белым песком, кристально чистой водой и кедровыми лесами. Пляж Вайдакилья на полуострове Пелопоннес. Пляж Вайдакилья поражает, во-первых, своей необычной формой. Почти идеальный полукруг напоминает греческую букву Омега. Во-вторых, его золотые пески и прозрачная бирюзово-синяя вода делают этот пляж самым красивым на всем полуострове. Пляж Миртас на острове Кефалония. Пляж Миртас не только самый красивый пляж Греции, но и один из самых красивых во всем мире. Это величественное чудо природы является одним из самых фотографируемых в Греции. Чистый галечный пляж представляет идеальный фон для фотосессий.
За морем возвышаются внушительные белые скалы, с которых открывается фантастический вид. Бухта Балос на острове Крит. Знаменитую лагуну Балос обязательно стоит посетить во время отдыха на острове. Главными достопримечательностями здесь являются прекрасный песчаный пляж, чистые бирюзовые воды и захватывающая дух природа. Поездка до этого пляжа – настоящее приключение, которое стоит того. Пляж Элафониси на острове Крит. Элафониси – небольшой остров, расположенный примерно в 200 метрах от юго-западного побережья Крита. Здесь находится один из самых красивых пляжей Средиземноморья. Пляж Элафониси с мерцающим розовым песком и кристально чистой бирюзовой водой – один из главных достопримечательностей Крита. Пляж Навагио на острове Закинф. Пляж Навагио расположен в уединенной бухте на греческом острове Закинф. Фотогеничная бухта в Ионическом море окружена белыми известняковыми скалами. Пляж Навагио, также известный как пляж кораблекрушения или бухта контрабандистов, завораживает своей необычайной красотой. И неспроста именно этот пляж считается самым красивым в Греции. На этом мое видео подходит к концу. Я с вами прощаюсь. До новых путешествий!